Здравствуйте, уважаемые зрители, вы находитесь на канале Братьев Приходько. Меня зовут Денис, это рубрика «Мастерство». Сегодня я буду делать необычный для себя заказ – бумажный журавлик, выполненный в стиле оригами. Заготовки я уже напилил. Он будет составной, будет тело, крылья, голова и хвост. Первым делом снимаем все лишнее. Первая часть работы закончена. Все это будет вставлено, закреплено. Приобретет вид уже посредством такой фигуры. Осталось зашлифовать и соединить все детали. Фигурка собрана, отшлифована. Вот так вот выглядит для сравнения. Теперь пройдемся немного выжигателем, чтобы приукрасить работу. Такая получается фигурка. Фигурка лебедя, которая делается в стиле оригами из бумаги. Покрываем его лаком. Лак высох, теперь фигурка полностью готова. Фигурка была сделана на заказ. Девушка мне говорила, что многие мастера отказываются от этой работы. Я не увидел ничего сложного, чтобы сделать эту фигурку. Если вам понравилась работа, то вы можете заказать такую же или подобную, или что-то свое на ваше желание. Пишите мне в комментарии, пишите мне лично. Обсудим заказы, сделаем все, что вы пожелаете. Также, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем удачи, всем пока!